Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2015 года выпуска с двигателем 1.8 автомат, передний привод. Заменю свечи зажигания. Открываю капот и добираемся до свечей. Снимаю крышку, сдвигаю в сторону. Берем торкс Т40, но перед этим разъем снимаем, сдвигаем фиксатор. И поднимаем катушку. Беру компрессор, выдуваю пыль, грязь. Беру свечной ключ, головка на 16. Свеча NGK стоит. Нагар на свечах хороший, работали исправно. То, что скажет, вот это снизу пробивало, это не пробивало, это коронарный разряд. Новые свечи фирмы Денса поставим. KJ20CRL11 по номеру 3169 по подбору. Здесь на упаковке указано, как ее правильно закручивать. Так, 1/4 оборота и доворот 1/2, но затяну ее по динамо ключу 22 ньютона-метра.
маркировку по NGK, которые стояли. Сейчас скажу. ZFR6U9. Сказал 22 ньютона метра, 24 ньютона метра поставил ключ. Свечи подтянул, берем, ставим на место катушку. Здесь сильно тянуть не надо. Одеваю на место разъем. И фиксатор задвигаю. Защелкиваю крышку. Все, на этом свечи я заменил. Всего вам доброго.